Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Виндавана Манохарам Ванчакалпатару Васчаки Пасинду Бевача Батитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачалам Пангун Ланхайтигирим Ятки Патамахан Банди Парамананда Мадамам Бриндавай Тулсиде Байпияви Кесавасача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта норанчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане Кришна кату пудеши Гаурия патрашо пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Гимапигабхавадушвадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамуртихи Сарадхикамай Кадакипам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкиртанай кавитаро камалайо такшо Вишамбару дижавару джугадхарва пало Банде жагат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна сада наранам Ганга таранга рамания джатха калапам Гаури нирантара вибушихи табам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Барану сипурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир джасача бхакшаши Ясьястиде самбир Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сарирам Васу Вигьянам,
Sariram Bosu Vigyanam Basaha Karma Gunano Asuno Guru Varthi Dhare Jastu Shasishaha Netarasitaha Sariram Bosu Vigyanam Sariram Bosu Vigyanam Basaha Karma Gunano Asuno Guru Varthi Dhare Jastu Shasishaha Netarasitaha Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что если мы находимся слишком близко к Гурудеву или слишком далеко, эти два can give no meaning. If we are not doing seva from heart, if we are not going to do seva from heart, если мы не совершаем служение всем сердцем, это не столь важно, близко ли мы к Гурудеву живем или далеко от него. So I am not doing seva, not that. Follow? Gaudiya Goshtipati Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что если кто-то слишком близко живет к Гурудеву или слишком далеко, то это и в том, и в том случае могут проблемы возникать, если мы недостаточно искренне, если наше сердце не находится в гармонии с сердцем Гурудева, то, несомненно, сегодня или завтра мы можем пасть с пути Баджана. Эти простые вещи не все понимают. Я могу показать вам статистику Гаудия Баджана. Большинство людей, которые служат Гурудеву, они почему-то падают потом, вскоре. Какова причина? Хотя из шастр мы знаем, что служение чистым Гуру Вайшнава, оно дарует нам величайший успех. Шастра говорится об этом. If I serve pure Guru Vaishnava, что если мы служим чистым Гуру Вайшнавам, then I can get bumper success in my body. То тогда мы можем получить великий успех в нашей жизни. Но в большинстве случаев находим, что те, кто служит Гурудеву, они почему-то падают. Почему? Because they have material idea about Guru Padma. Материальные представления о Гуру Падме. No marto buddhya asuyeto sarvadeva mayo guru. No marto buddhya asuyeto. Never try to have any. Никогда не пытайтесь. Never try to have any wrong conception. Never try to have any material conception. То есть у нас не должно быть никакой никаких материальных представлений о Гуру Падме. Когда я приходил к Гурудеву, вы не можете поверить, я чувствовал, что это сам Бхагаван, сам Верховный Господь. У меня было такое чувство, что говорить о каких-то материальных представлениях, я чувствовал, что это сам Бхагаван, Сакшат Бхагаван. Я заходил в его комнату и чувствовал такое великое чувство. Я заходил и чувствовал, как будто все изменилось. Joshu Shakshat Bhagavati Gyana Deepa Pade Guru Marto Shaddhi Shutam Tasya Sarvam Kunjara Sokjabad. You know this sloka? You should remember. You have to speak Hari Katana. Я думаю, вы знаете эту шлоку. What's speaking? И о чем она? Joshu Shakshat Bhagavati Gyana Deepa Pade Guru Marto Shaddhi Шутам таша сарвам кунджара саучапат. Гурупад Падма, we are going to get дивва гьяна. С помощью Гурупад Падмы мы обретаем дивья гьяна, божественные знания. We are going to get Бхагавати и Видда. Бхагавати Видью. From Гурупад Падма.
Гурупад Падма, мы обретаем это божественное знание от Гурупад Падмы, которое не отличено от Бхагавана. И в Бхагаватам говорят такие слова, что будьте уверены, что я явился в форме Ачарьи. И не пытайтесь понять меня превратно. Никогда не пытайтесь иметь какие-то материальные представления о гуру. Если вы говорите что-то, мы должны думать, должны несколько раз подумать, прежде чем какие-то суждения говорить вслух. Мы должны быть сведущи, что Нитянанда Баларама не являются в форме гуру. И всегда должны быть очень аккуратны, поскольку любая ошибка в нашей жизни может стать причиной нашего падения, и никто не сможет спасти нас. Никакие полубоги, никакие родители, никто. И поэтому это очень важно, поскольку мы просим дикшу, мантра от Гурудева, Самбанта Гьяна. Мы просим Гурудева дать нам божественное трансцендентное знание, чтобы мы осознали свое подлинное положение. По милости Гурупад Падмы, если мы искренне, то мы можем развить это божественное знание. Мы можем осознать, что мы не физическое тело, не то, что состоит из плоти и крови. Мы осознаем, что мы духовная душа, полное божественное знание. И с помощью этого божественного знания мы осознаем свою духовную природу. И Шрила Прабхупад говорит, что если мы слишком близко или слишком далеко находимся от Гурудева, то это не столь важно. Гораздо важнее, если мы служим Гурудеву, исполняем желание его сердца, то мы можем находиться далеко, но если мы исполняем желание Гурупад Падмы, Шрилы Прабхупады, то, может, внешне мы находимся далеко, но это не мешает служить Гурудеву искренне. Если иногда можно наблюдать, что люди, которые живут близко с Гурудевом, они часто падают из духовного пути, и поскольку часто бывает, что такие люди, которые живут рядом с Гурудевом, они пытаются доказать, что они лучше из слуг Гурупад Падмы. Может, кому-то смешно, но это так очень часто происходит. Они пытаются себя выставить как главными севаками Гурудева. Но кто подлинный сева Гурудева, кто нет, это зависит от нашего характера, от нашего поведения, от нашего идеализма. Это не нужно показывать всем, не нужно выставлять это на показ. Это автоматический фактор. Если вы служите Гурудеву, и если Гурупад Падма доволен вами, то ваш характер, ваше поведение, ваше сиддханта, ваш ачаран, он будет говорить об этом, вся ваша жизнь будет говорить об этом. Это не нужно как-то искусственно показывать. И те, кто... И Махарадж уже говорил, что тот, кто является подлинным учеником Снигдашиши, то все качества Гурудева, они являются в сердце такого ученика. Это главное свидетельство.
может быть, весь мир не знает об этом, но это главный и, можно сказать, единственный признак подлинного ученика, то, что все качества Гурудева являются в его сердце. И благодаря своему служению Гурудеву, он сам становится Гуру. Благодаря служению Великой Личности Бхагават Паршада, Личному Спутнику Верховного Господа, если мы служим Ему, то автоматически качество Гурупадпады может явиться в нашем сердце, как в соответствии вот с этой Сиддхантой. Все качества Кришны, они могут автоматически явиться в сердце Его Севака Кришна Бхакты. Такова Сиддханта. И какое служение мы совершили, что Гурупад Падма, его, то есть если качество Гурудева не является в нашем сердце, то какое служение мы совершили ему, и поэтому это не столь важно, мы слишком близко или слишком далеко от Гурудева, в гораздо большей степени. Это зависит от нашей искренности и от нашей способности воспринять милость Гурудева и привести наше сердце в гармонию с его сердцем. Вот в соответствии с этой шлокой, желание Махапрабху, его Сиддханта, можно, это было все восстановлено и утверждено в этом мире Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, и поэтому мы возносим им такие молитвы. Вся Сиддханта Сочетания Махапрабху. Джена Бхутале, значит, кем? Си Чайтанна Манавриштам Стапитам Джена Бхутале. Джена мин кено? By whom? By Гуру Падма. И здесь Джена, значит, кем? Гуру Падпадма, это один из апостолов Гуру Таттвы. By whom? Кем? All the vichar, вся, весь Сиддханта Вичара Сочетания Махапрабху, мы, с чьей помощью мы обрели это в первозданном виде. И это преимущество нашей парампары. И каково значение этого нашей парампары, если мы не получаем то же самое учение, которое оставил нам Сочетание Махапрабху? И какой толк от парампары, если она не сохраняет изначальное учение Шри Чайтанья Махапрабху? Если такая парампара не несет в себе изначального знания, изначального учения Шримана Махапрабху, а создает какую-то тсебятину, то это признак пасхи душ. И нужно оставить такую парампару, в которой мы не можем получить изначального учения Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупад говорит, мы можем найти в таких садгуру, если посмотреть, пытайтесь понять, если вы посмотрите на подлинного гуру или вайшнава, вы увидите, что он погружен в нечто, как будто он потерян в каком-то другом мире. И Шрила Прабхупад говорит, что такая что какое-то особое чувство, авеш. Кто такой гуру? Кто такой гуру? Гуру не тот, кто собрал много денег с учеников или
построил много храмов. Я много раз говорил, что это не признаки гуру. Это не стандарт. Это не мерило, с помощью которого можно определить гуру. Только об этом мы должны быть осторожны, очень внимательны. Если Бхагавад-авеш, если такое вдохновение. У него должна быть связь с другим миром. И если вы посмотрите, например, на Шрилу Шридхара Махараджа, или Шрилу Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, или Шрилу Вамана Госвами Махараджа, или Нарахари Прабху, или Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махараджа, вы увидите, что они отличные от всех остальных. Они не такие, как обычные люди. И Шрила Прабхупад говорит, мой Гурупад Падма, и Сиддханта такова. Мы должны думать, что наш Гурупад Падма, он лучший из слуг Бхагавана. Мы должны воспринимать Гурудева как лучшего, одного из лучших слуг Гурудева, тот, кто посвятил свою жизнь Шри Чайтанья Ване, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, они посвятили свою жизнь ради Шри Чайтанья Вани, а не каких-то корыстных интересов, как многие из нас. Можно замечать, что люди ради малейших корыстных интересов готовы говорить ложь ради каких-то мелочей. No connection with Gurudev, what to speak about number one seva. No connection with Gurudev, not at all. Gurudev running north way, disciple running south. No connection. A whole world idiot world going to worship them. Okay, let them die. Иногда можно видеть, что какие-то так называемые ученики совершенно отклоняются от пути и от учения Гурудева. Но иногда бывает, что такие ученики становятся очень популярны, хотя занимаются совершенно противоположными действиями, чем их Гурудев. И таким образом люди часто обмануты и не разбираются, кто есть кто, что есть что. They are hearing something, oh, Hare Krishna, Hare Krishna. This they think this is bhajan. И многие не понимают, что такое подлинный баджан. И вот мой Гурупад Падма, он главный севак пуджари, он предлагает ги в огонь намасанкиртана яги. И если мы не сможем посвятить нашу жизнь этой яге, которую организовал наш Гурупад Падма, то что мы за ученик? Кто может сказать, что мы ученик Гурупад Падмы? Если я не готов посвятить свою жизнь, то никогда я не смогу достичь успеха. Наша анугатия, наша сева, она может помочь нам достичь этого трансцендентного уровня. И потом с помощью Гурупад Падмы мы можем достичь вечного мира и совершать служение там. И такова процедура, мы не должны забывать об этом. Люди могут пытаться одурачить вас, но если вы услышали такую идеальную сиддханту, то
вы не должны забыть ее, и должны помнить всегда. Сегодня очень благоприятный день, и я очень рад. И вот сегодня мой Гурупад Падма Шишила Нарахари Такур, Нарахари Сева Виграха, то дорогой близкий спутник Шрилы Прабхупады, сегодня день его ухода. Парампуджипад Шрила Кешав Госвами Махарадж, он плакал, как ребенок. Когда Нарахари Прабху оставил тело, и вот человек Кешава Госвами Махарадж плакал, как сумасшедший, из-за того, что его дорогой Шикшагу Нарахари Прабху, он оставил тело. Так называемые преданные, те люди, они говорят, то, что Винода, этот Винода говорит, что я, люди говорят, что я его друг Нарахари Сева Виграхи. Все говорят, да, так. Но это неправильно. Я не могу заявлять, что я получил милость моего Гурупад Падмы. Я не могу говорить так. И такого... Такой наглости я не могу набраться, чтобы говорить, что я получил милость Гурупад Падмы. Я не могу говорить перед публикой, что Гурупад Падма меня так сильно любил. Я не могу так говорить, поскольку я падшая душа, как может быть? Если кто-то... Если кто-то говорит, если кто-то говорит, что он ближайший спутник Гурудева, то такой человек в большинстве случаев лжец, если не всегда. Но наоборот, мы должны говорить, что наш Гурупад Падма, он великодушно принял нас. Это более правильно, чем заявлять, что мы его ученики. Я недостаточно удачлив, чтобы принять его. Но это его великодушие, то, что он принял меня. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж Винода говорит, я никогда не могу сказать, что я друг Нарахари Сева Виграхи. Это его великодушие, то, что он принял меня как своего друга, как своего севака. И титул, который у него был, Шрилы Прабхупады Нарахари Сева Виграха. Почему? Шрила Прабхупада называют Вани Виграхой.
Шрила Прабхупада – это Вани Сварупа, а Сева Виграха – это его Сева Сварупа. Все его, он весь, все части его тела, они заняты в Гаура Севе. Уши, глаза, нос и все остальное. Все его тело, оно занято в всегда, каждую часть секунды. Они заняты в Гаура Севе. Я не могу объяснить это за пределами моего воображения, за пределами моих способностей. Иногда я думаю, насколько я удачлив. Я подобен животному. И как я обрел прибежище Шрилы Бхактипрамод Пуригасвами Махараджа. Как вы мне даете возможность говорить о славе Гурупад Падмы, я чувствую себя очень удачливым. Иногда я думаю, я настолько удачлив. Все сокровища Гауди Матха у меня есть привилегия говорить о их славе, о славе Шрилы Кеши Госвами Махараджа, например. У меня есть возможность прославлять таких великих вайшнавов, которые подобны бриллиантам. Они выбраны Шримана Махапрабху для служения Гауди Матху и Гауранги Махапрабху. Я очень удачлив, что я знаю о них и воспеваю славу и вайшнавов. Я могу достичь успеха. Я полностью уверен в этом. Только воспевая славу Гуру Вайшнавов, я могу преодолеть этот материальный мир и достичь духовного мира по их милости. Я имею такую веру внутри моего сердца. И Шрила Прабхупада, он дает, он дал ему титул Сева Виграха, олицетворение служения. Все его тело, глаза, уши, нос, руки, ноги, все, он всем, он все свои части тела занимал в служении Бхагавану. Все, все время, все тело, все органы чувств занимал служение Гауранге. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, день и ночь он был, совершал Гуру Сева. Шрила Прабхупад был очень счастлив. Шрила Прабхупад был настолько счастлив, видя служение Нарахари, Сева Виграхи. Шрила Прабхупад, он был очень счастлив. By watching, Prabhupada is feeling, you know, without tension. Because the whole seva, whole responsibility in the hand of служение сочетание матхо, ответственность за все это служение, оно было поручено Нарахари Сева Виграхе. И Шрила Прабхупада со спокойным сердцем делал все остальное, видя, что Нарахари Прабху смотрит, поддерживает и служит Гауди Матху, и никто не мог определить, во сколько он встает и во сколько ложится, поскольку мы всегда видели его бодрствующим в служении и из объяснения Шрилы Вамана Госвами Махараджа.
Боже говорит, вот Ваманга Сэма Кааш в то время был маленьким мальчиком. И Винода сказал в то время, Шри Чайтанья Матхи было много, ну, какие-то преданные такого молодого возраста принимали Харинаму Шрилу Прабхупаду. Иногда дети даже. И вот Нарахари Сева Виграха, заботился о них, спрашивал, как проходит их духовный прогресс, и какие-то препятствия на пути, какие-то проблемы. Даже если кто-то не мог встать утром, Нарахари Сева Виграха, он беспокоился о них, поскольку если они не пойдут на арати, то не смогут поесть, поскольку Шрила Прабхупада сказал, что и в моем матхе тоже было правило, когда вот Махарадж был этим настоятелем. А те, кто на арати не ходили, на прасад, они тоже не должны были ходить. И вот если какие-то преданные не могли встать рано, то он напудил их, иначе они остались бы голодные, и Нарахари Прабху бы и переживал за них. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит иногда в сочетании матхи. Принимали просад несколько сотен человек. Во время Шрилы Прабхупады там буквально лес был вокруг, одни джунгли, но каждый день не принимало несколько сотен человек просад. И все это организовал Нарахари Сева Виграха. Нарахари Сева Виграха, а в то время был это единственный храм. Вот Шри Чайтанья Матхи и Йогапитха, больше ничего не было, одни джунгли были вокруг. Как нужно было как-то организовать все, накормить, купить, принести, приготовить, предложить, накормить всех этих людей. И когда Нарахари Сева Виграха принимал прасад, то тоже никто не знал. То есть он всех кормил, а когда сам ел, никто не знал. И я очень удачлив, что в моей жизни когда я пришел в Гаудимат, я встретил много спутников Шрилы Прабхупады, таких как Гири Махарадж, Сагар Махарадж, Асанта Махарадж и многие другие. Наяна Ананда Баба, Сатя Говинда Махарадж. Я не знаю почему. Это их беспричинная милость. Я думаю, насколько я счастлив. И вот Гири Махарадж говорит, он в нашем матхе жил. И вот он говорил мне, это было мое служение, Надья Пракаш. Надья Пракаш, это был ежедневный журнал. Гири Махарадж говорит, это было мое служение. Я брал все эти журналы и ехал в Навадвипу и распространял их там на железной дороге. From Mayapur, different message.
letters, papers, going to put it back in bag and going to sell Madhya Pragal, finally going to head office, you know? И вот он так продавал по дороге с Майпура до Калькутты все эти Надя Пракаша. Потом принял просад в калькутском сочетании Матхи. Они давали ему какие-то письма, заметки, и вот он потом опять же брал Надья Пракаш по дороге, продавал. И вот если мы будем читать Надья Пракаш, то восхитимся, насколько прекрасны там известия. И вот он рассказывал мне. И вот когда я возвращался с Калькутты, то все спали. Но уже вечером возвращался, поэтому в электричке большинство пассажиров спали. И когда Мадхван приезжал, то тут уже поздно было, уже многие спали. И после этого, и вот когда я приезжал в Чайтанья Махи, я видел, что на Хари Прабху ждал, пока я приеду, уже было после 10 вечера, предлагал мне принять просад. Молока в то время мало было. Milk all devotees there, a small, you know, little amount. And no milk there. Narayana Prabhu going to give the pot of the milk. I can remember my small boy. Our mother used to give the pot of the milk. Because pot of milk means, if I, you know, scratch so many malai you can get. I can remember my childhood. Mother used to give the pot. Это молоко очень молоко кончалось, но она, эта пенка оставалась на кастрюле. Вот он ее он давал ему эту пенку оставшуюся, которая прилипла по краям кастрюли. Когда Нарахари Прабху принял просад, когда спал, никто не видел. И вот наш Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, что он мать Гауди Матха. У него был такой титул Шрила Кеша Госвами Махарадж. Наш Винода говорит, что Нарахари Сева Виграха, его титул Такур, как у Бхактина Такура, или Наротам Такура. И вот Винода говорил, что его титул был Такур. Он всегда заботился о всех. Винода говорит, даже корова Шри Чайтанья Махи или телята. Винода говорит, сколько любви у него было внутри его сердца, даже коровам, для быкам, телятам и всем другим живым существам. Винода говорит, я не могу даже представить, сколько любви у него было к каждому участнику Шри Чайтанья Матхи, даже коровам, которые то служили своим молоком Шри Чайтанья Матхи, сколько любви, сколько даже тысячи, миллионы матерей, я знаю, они любят своих детей, но все же любовь миллионов таких матерей, если их любовь всех вместе
не может быть сравниться с любовью Нарахари Севаграхи. Винода говорит, да даже пылинка с его лотосных стоп не может быть сравнена с кем-то. Но можно наблюдать, как это люди гордятся своим образованием, своей проповедью. Но Шрила Прабхупад приводит пример, что они подобны таким пустым упаковкам. Как в аэродическом магазине, в витрине обычно стоят пустые бутылки, которые должны быть полные, но они пустые, чтобы там ничего не портилось, просто на показ их выставляют в качестве образцов. И вот он продолжает, что никогда в своей жизни он не видел, чтобы Нарахари Прабху был гневен когда-то. Однажды такая ситуация случилась, что какие-то так называемые брамачари с сочетанием Мадхи начали спорить, ругаться с гошами, с этими молочниками. И вот, в общем, он доругался до такой степени, что 500 гоши собрались и пошли, хотели отомстить. That 500 ghosts at least coming to attack. Then Narahari Sevavigraha. И вот Нарахари Севавиграха вышел со сложными руками и сказал, улыбаясь. All their fire, all their fire, angry attitude, all gone. As if water given. В общем, успокоил он их. Это было подобно тушению огня. То есть как пожарники тушат пожар, так и он вышел, успокоил их, решил, и все они успокоились и передумали нападать на них. И таким образом Шрила Прабхупад был очень счастлив, видя его служение, и наш Винода говорит, постепенно в процессе его служения он не заботился о своем теле, не ел, не вовремя не спал, но в итоге он заболел. Но причем сильно заболел, что уже не мог ничего есть. И Винода говорит, даже воду не мог пить, она назад выходила. Но все же он продолжал совершать служение. Винода, он беспокоился об этом, сказал, что нужно пойти к доктору, а тот не хотел, поскольку мог упустить служение свое, если будет по докторам ходить. Но Винода настаивал. И в итоге он разозлился и сказал, я знаю. That's why I don't like to go to doctor. Then Narahari Prabhu Seva Vigraha becomes soft. Ну, в общем, он сказал ему, что хочешь. So you are not ready to go to doctor. Otherwise, why you are not going to doctor?
прославиться тем, что умер в процессе служения, и поэтому ты не идешь никакому доктору, но тому стыдно стало, и пошли они в итоге к доктору. И еще Кеша Госвами Махарадж Винода, он принес его Баку, просто тот не мог ходить уже, как, и в общем как-то они дошли до этого Боришала, это в этот Боришар, Банварипара, там какая-то деревня. И там был знаменитый аюрведический доктор. Дариканат, его звали Дариканат Рой. Один из известнейших докторов, и был он очень набожен, не вайшнав, но набожный был и уважал гуру вайшнава. И Винода, когда вот привел Нарахари Сева Виграху к нему, тот проверил, посмотрел, что и сказал. Так много он пренебрегал своим здоровьем. Ну, в общем, этот доктор дал ему какие-то лекарства, и здоровье его начало улучшаться, и Винода опять, в общем, приехали они в Майяпур. Когда наш Нарахари Сева Виграха выздоровел, то Нарари Чакур, our Сева Виграха and Винода, both of them, first of all, living, before leaving that village, they think we should express some gratitude. И вот они, и вообще они хотели как отблагодарить этого доктора. Но этот доктор, when watching that Narari Seva Vigraha and Vinoda coming, there are so many patients. Ну, у него много этих очередь большая была, много пациентов, и когда этот доктор увидел, что Нарахари Прабху приехал, он сам выбежал к ним и поклонился, взял пыль с его стоп к себе на голову и сказал. Let me gather some property for my in a present life and future life. И сказал, что хочу какое-то благо обрести для этой жизни и для следующей. Вот он с этими словами взял пыль с его лотосных стоп и поместил себе на голову. И Нарахари Прабху благословил его так. И вот он посмотрел, и он, доктор уже был пожилой достаточно. Immediately after that, he was feeling little bit sick, going to take the bed and living body. А впоследствии Нарахари Сева Виграха он оставил тело. After taking blessing, going to take the bed, feeling some sick. By the mercy of, you know, Narari Prabhu, going to leave body and go to. это доктор, точнее, он получил милость Нарахари Прабху, его благословение, и оставил тело вскоре. И Нарахари Прабху таким образом служил Шри Чайтанья Махапрабху, Гауранга Махапрабху, Шри Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуру всю жизнь. И сейчас, после того, как какие-то проблемы начались,
jewel for that fighting can take place. It is the arrangement of Yoga Maya. И по воле, если есть какое-то великое сокровище, то за него какая-то борьба, как правило, начинается. И вот в случае с Гауди Матхом тоже так случилось. Нархари не мог жить больше с этими демоническими людьми, которые захватили сочетание Матхи. Он и Винода, он его забрал к себе, и когда он оставлял тело Винода, плакал, как ребенок. Винода сказал, когда мы были в молодом возрасте, мы не могли понять, не понимали значение зубов. То есть не чистили их вовремя, не заботились. Но когда возраст, потом в процессе старения мы поняли значение зубов. В природе мелочь, но если зубы болят, то крайне неудобно. И вот о ценности зубов не задумываются, пока они здоровы. И вот Винода говорит, что долгое время я был с ним, но не мог оценить его должным образом. И сейчас, когда он уходит, я понял, что какая он великая личность, какое-то сокровище Гауди Матха, вечный спутник Шримана Махапрабху, насколько я удачлив. Времени мало. Сегодня мы обсудили славу великой личности, великого Ачарьи. В нашем Гауди обществе, Гауди Матхе, мы вспомнили славу такого великого Ачарьи. И такие Ачарьи, они очень редкие. Его имя, его сегодня нужно рассказать о славе такого вайшнава, как Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Я не смог получить его полную милость, и в этом моя неудача. Такой великий преданный. И после ухода Шрилы Прабхупады такие великие ачарьи, они очень редки. И сегодня день его явления. Он родился в Ганджаме, в округе Ганджам. Я был там много раз, меня приглашали преданные, и вот Вайканас Госвами Махарадж. Бхакти Гурав, Вайканас Госвами Махарадж. Там тоже место его явления в том месте. И вот его титул был Патхинаек. В Орисе Патхинаек. Патхинаек. Это такая известная фамилия, известный титул, как в Бенгалии Мукерджи, Панерджи. Original name, suppose you are, you know, suppose you are Narahari, and after that middle name, after that third name. Sometimes second name is not there, first name, second name. Follow, title. So this way, he took birth in a very high family, very, very high family. И вот он родился в высокой семье, в Патхинаеке. Такая известная этот род. И
Вот у него были необычные качества уже с самого детства. Он был очень разумен. Школу он закончил поблизости своей деревни и потом поступил в какой-то колледж. Single song, two brothers, I think. I forget. Then he started, you know, reading in college, and he is getting his, you know, graduation. He was done from that college, very famous college. И вот он закончил образование свое потом. Spiritually, he was inspired all along. I mean, spiritual Baba. Was there inside, but still he was bound to join Dandi Andolan. Andolan means agitation start by Mahatma Gandhi, one freedom fighter. Dandi, you know, heard the name of Mahatma Gandhi? No. He joined as an active member of freedom fighter. И потом он присоединился к движению Махатмы Ганди. Он всегда помогал другим. И вот он был активным участником этого движения за освобождение Индии. И потом он решил изучить аюрведу какого-то известного доктора. У него была связь с Нитьянандой Прабху. Нитьянанда Прабху — это ученик Шрилы Прабхупады из этого Ганджама. Он великий преданный, я был там. Он хотел напечатать всю литературу Гауди Матха. Нитьянанда Прабху, он хотел напечатать все эти книги Гауди Матха и открыл там печатный пресс. И вот они, это на арисе, они на орийском языке они публиковали книги. Переводили и публиковали, и особенность Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махараджа. То, что он, если он где-то проповедовал, его проповедь была необычная. После ухода Шрилы Прабхупады на Шри Гуру Варги. Such a brick pitching, almost impossible. Like our Madhav Goswami Maharaj. But I would say that this, you know, our Bhakti Vaibhava Goswami Maharaj, who may think I'm my Guru Padma, his preaching was so exclusive. At present, this kind of preaching you cannot find. И такой проповеди, то, как он проповедовал в свое время, сейчас сложно найти что-то подобное. Он посещал многие деревни, не только деревни, не только в Орисе, в других местах, в Бангладеше, в Бихаре, поскольку он очень был способный проповедник, он знал несколько языков, мог говорить на бенгали, на хинди, на английском, на ори, на телегу. По крайней мере, он так шесть языков знал. Я видел.
Мы Гуру Махарадж в то время было 96. И вот в 1996 году было столетие явления Гурудева, и он приехал в Майяпур, сидел на Дхармасабхе. Он был очень могуществен. И вот он находился на этой Дхармасабхе и говорил на бенгале, на английском. На английском начал. Потом на бенгале говорил, на ории. И я думаю, после Шрилы Прабхупады такой широкой проповедью очень мало кто занимался. Он никогда не думал, что кто-то бедный человек или богатый, или еще кто-то, он беспристрастно распространял милость. Хотя он пришел достаточно поздно к Гаудимату или к Шриле Прабхупаде, но все же. Был очень могущественный. Он получил милость Гуру Вайшнава. Он был настолько могущественный, что Джанардан Махарадж из Каракпура, Бхакти Гуру Вайшнава Госвами Махарадж, все они верили ему, все они доверяли ему. Шрила Вайшнава Госвами Махарадж, он великий преданный, но все же он не... не проповедовал непрерывно. Он находился в одном месте в Ганджаме. И наш Джанардан Махарадж, он великий преданный также, но они не проповедовали. И наш Гуру Махарадж также, он может иногда с Шрилой Мадхава Госвами Махараджем куда-то ездил. Сам он никуда не ездил, а жил в одном месте. А просто совершали баджан в каком-то одном месте. И вот Джанардан Госвами Махарадж и Бхакти Гаурав Вайшнава Госвами Махарадж, Нитянанда Прабху, все они занимали его в служении, как Вайшнава Госвами Махарадж. Он дал ему наставление, что тот мог, чтобы тот принимать учеников. И вот Вайшнава Госвами giving permission to Bhakti Vaibhav Purigoshima, you can give diksha, you are the right candidate here, you can give diksha. Janardan Maharaj also, they are going to, you can preach, because they know is a preaching personality. Janardan Maharaj тоже дал ему наставление, чтобы он тоже начинал принимать учеников. Много раз я отправлялся в их храмы. Его ученики, они мои родственники. Я люблю их, они пишут мне какие-то советы, спрашивают. Я люблю, уважаю их. И так и иначе. Он был один из лучших проповедников. Он открыл храм в Раджманди. He was giving seva. Try to remember.
Ему дали служение во время Шрилы Прабхупады, ему дали служение Мат-Инчарджа, это настоятель мадрасского матха. После ухода Шрилы Прабхупады. Не во время Шрилы Прабхупады, после. И вот Бхактивиласа Госвами Махарадж дал ему пост этого настоятеля матха в Мадрасе. И также он был настоятелем Рай Рамананда Гауди Матха в Годавари. Он был настолько могущественен, что он как-то этот матха он украсил хорошо. Но он вайбав, значит, изобилие, но внутри он был отречен. Хотя внешне храмы выглядели очень шикарно. Он увеличил, построил там гестхауса более как-то более. Ну, сделал, в общем, лучше. Хотя внутри он был отречен, но снаружи он строил прекрасные храмы. Я люблю его всем сердцем. Я прошу его прийти снова, чтобы помочь мне. Я хочу находиться под контролем у таких великих личностей, как Шрила Бхакти Вайбав. Пури Госвами Махарадж, иногда он приходил к моему Гуру Махараджу. Гуру Махарадж был уже в пожилом возрасте, и вот он приходил. И Гуру Махарадж был более старшем возрасте. И тут приходил каждый год, как минимум, чтобы пригласить его на какие-то праздники. И он был очень милостив, то что я могу бросить вызов таких ачарий, но уже нет. Он был настолько милостив к каждому, ко всем душам, даже к собакам и прочим бедным этим деревенским жителям, они даже 10 рупий не могут найти, чтобы пожертвовать. И даже и сейчас, даже сейчас, это сочетание миссия. Я имею в виду миссия, основанная Махараджем. Даже сейчас я очень счастлив, видя. Я сейчас вижу читание миссии, она приглашает всех бедных людей принять просад. Их неделю кормят в процессе каких-то праздников, я очень благодарен. Они приглашают всех сейчас в других обществах. Таких людей не приглашают, только вот всех подряд кормят в Девананда Гауди Матхе и читание миссии. Это было наставление Бхакти Вайбав Пури Госвами Махараджа. То, что нужно заботиться о Радха Вриндавана Чандре, о их, о его божествах. И кормить всех этих приходящих людей, вне зависимости от их положения. И когда он оставил тело, и вот по его милости мы говорили Харикатху в его храме, и он I wonder how Lapu Seva,
И также он построил храм прямо напротив Савакунджи. И я был удивлен, с какой любовью, с какой он служит Радха Вриндавана Чандре, что Радхарани она организовала для него место для храма прямо напротив Савакунджи. Сначала там Парамадевати Махарадж хотел купить эту землю, уже все почти купили. Но Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, он когда Парамадевати Махарадж узнал об этом, он сказал, что если он хочет построить храм там, на той земле, которую он собирается покупать, то это будет большой честью для него уступить эту землю Махараджа. Он великая личность. Если посмотрите на него, то вы почувствуете какую-то реакцию в сердце. Это получился очень прекрасный храм. There, Niskinchan Maharaj, I love him very much. He is a temple in charge there. Там Нискинчан Махарадж, этот настоятель храма сейчас, этот сколько лет и денег потрачено на его строительство, я не знаю. В таком арийском стиле. If I go and watch the temple and a deity, very small, but I look at deity, some reaction you can feel. Божество тоже, если получать их даршан, то мы почувствуем что-то в нашем сердце. Very nice. Very nice. Such a design, such seva. И вот то, каким образом он служил божествам, оно неподражаемо. И таким образом Махарадж, он дал наставление, что и те, кто верны ему, как Нишкинчан Махарадж, не думайте о деньгах. Махарадж говорил Нишкинчан Махараджа, не думайте о деньгах, автоматически деньги придут. Вы думаете о служении, сконцентрируйтесь на служении, не игнорируйте служение, иначе я почувствую боль, если я оставлю свое тело и уйду. Пообещайте мне, что вы будете совершать служение, деньги автоматически придут. И вот они, их божество Виграха, установлено там. Я был, меня приглашали в храм в Пурушоттамдхаме. Там Сидар Махарадж, настоятель, тоже совершает служение там. И вот они приглашают всех бедных людей для того, чтобы принять просад. И вот времени у меня мало осталось, чтобы рассказать его славе. И вот все, он был очень милостив. Я хочу привести один пример. Однажды один вор пришел в храм, что-то украл. И вот однажды его поймали в процессе воровства, побили, но Махарадж сказал, чтобы не били, не привели к нему этот
вор что-то там, в общем, утащил, его поймали в процессе, и ну, Махарадж сказал, чтобы его не били, вот, и привели к нему, и этот вор, вора привели к Махараджу. Тот на Ори спросил, зачем ты воруешь? Очень беден, вот ворую, работать не может. А если денег тебе дам, то будешь еще воровать, могу тебя кормить каждый день. Будешь воровать? Нет, не буду. Если будете меня кормить, то воровать не буду. И так и потом этот вор Харинам получил дикшу, благословил его, и сейчас он саньяси. Смотрите, сколько мне милости у него, он никогда не шел ни на какие компромиссы относительно Сиддханта Вичара, ни с кем. Я очень горд. И я видел, что никогда не шел ни на какие компромиссы, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж. Последний, потом он... Какие-то западные преданные, они приглашали его на Запад для проповеди, но... И тут уже был достаточно пожилый, его, в общем, его упрашивали, но в итоге он поехал. И в итоге он поехал на Запад, но какие-то глупые люди начали критиковать его, что поехал там, помрет, еще не дай Бог. Что делать потом? Что в таком пожилом возрасте на Запад ездит? Но такие великие преданные, они до последнего вздоха, они пытаются организовать какое-то благо для нас. И вот он был, проповедовал в Испании, Португалии, Австрии, ну, в общем, по Европе проповедовал. И сейчас можно найти множество учеников там. И мы очень горды видеть такого великого преданного. И мы должны быть горды, что мы находимся в той же наставнической преемственности, как такие великие вайшнавы. И я горжусь этим. И сейчас я прошу прощения вас, если я какую-то ошибку совершил его лотосным какое-то оскорбление в его адрес или в адресе учеников. Я прошу прощения за это возможные ошибки и прошу его о милости и о милости Нархари Сева Виграхи, чтобы я также смог посвятить свою жизнь Шичитанья Вани Севе. Я не могу проповедовать как он, но, по крайней мере, что-то могу сделать. И вот я прошу их о милости. In one line, I can speak. Someday I can explain details. Those who are going to sacrifice their mind, soul, all their belongings, all their possessions, their possessions, all 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 their оставляют все для себя, не готовы что-то посвятить. Они не подлинные ученики.
Гурварте дхаре джасту ша шишья не тарасситаха. Ванча калпатру русике пасанди бабача. Патитанам павана бабашна. Try to remember. Don't forget. И мы должны помнить и не забывать. Don't forget. We are proud that we are in the line of this kind of big devotees.